Цели 11-классник Артем Грушко не идет, а бежит, как в баскетбольной корзине. Хочет стать профессиональным спортсменом. В Чигиринской школе парень учится уже третий год. Столько же тренируется по 4-5 раз в неделю. Но испытывать удовольствие от процесса начал только сейчас. Вести мяч к цели стало проще. Мягче отскакивает от поверхности. Да и при беге приятно пружинят ноги. Амортизирует резиновая крошка, из которой сделано новое покрытие. Можно легко бегать, не как в прошлые года. Ну, мы бегали просто по земле, по дорожкам, допустим, падали, просто сдирали себе кожу и все. Сейчас, я думаю, ничего такого не будет, потому что все подготовлено, можно, вы не упадете здесь просто-напросто. По новому покрытию будут бегать и футболисты. Их площадка в 1000 квадратных метров полностью укрыта искусственной травой. Здесь высота ворса по проекту составляет 22 миллиметра. Просыпана кварцевым песком, поэтому отвечает всем требованиям. Очень удобно для проведения различных спортивных соревнований, для игр, да и просто для тренировок. Срок годности такого покрытия 5-7 лет. А чтобы тренироваться можно было и вечером, здесь установили 2 столба с фонарями. На обустройство стадиона в 2500 квадратов ушло 1,5 месяца. Площадка Чигиринской школе была необходима как воздух, ведь она настоящая кузня спортивных талантов. За один учебный год ребята берут с десяток призовых мест на соревнованиях. О возведении для них площадки с руководством «Газпрома» договорился губернатор Александр Козлов. Просьба у вас большая – беречь то, что строят. Потому что каждый из вас, который придет на это поле, он, соответственно, является хозяином этого поля. Потому что после вас придут другие дети и будут заниматься в них. И так как вы будете относиться к этому, это будет достанется и другим детям. 18 октября похожую площадку презентуют и ученикам кадетского корпуса. Всего в рамках договоренности с «Газпромом» в Преамуре построят 15 современных стадионов. Мария Селезнева, Анжелика Павлова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».